друзья, маленькая информация насчет еды. Находимся на Мальте. Вот эти вот 24 штуки вот этих рулеров, этих штучек стоит 12 евро. Плюс вот этот имбирь. В общем, все это вместе стоит 12,90, то есть 13 евро. Такая вот кафешечка. Гочи называется, да. Интересно, что как она сделана. Видите, вот этот дизайн сверху. Я точно не знаю, могу только догадываться. Мне кажется, они сняли помещение без вот этого, без крыши. И из-за этого, возможно, сняли его очень по низкой цене, дешево. И потом сделали такую дизайнерскую находку. Сверху положили вот эти вот маневры, скажем так. Одним словом, затратили на дизайн небольшое количество денег. И благодаря этому и создали такой своеобразный стиль. В этой кафешке. Здесь вечером все полностью бывает забито. И сидит здесь в основном, естественно, молодежь. Вот здесь вот играет живая музыка внизу. Сейчас он репетирует там этот пацан. И все в таком хиповом, типа Боб Марли, хиппи, потом суши. То есть они как бы все это совместили, но здесь только суши, то есть другой еды нету. При этом и Боб Марли здесь типа такого, такие маневры идут в этом плане, особенно вот эти певцы, которые. Вот, и молодежь собирается. Как уже сказал, вечером все забито, но кафешка по большому счету и небольшая такая. И цены такие нормальные, демократичные. Вот, битлей тоже есть. То есть такой вот маневр. Находимся на Мальте. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечный Калифорния.